Офіційний дистриб'ютор автомобілів «Сан-Йонг» в Україні зробив своїм прихильникам чудовий новорічний подарунок, презентувавши напередодні зимових свят нову модель. Автомобільні журналісти, як правило, здогадуються заздалегідь про приблизний стиль презентації певної новинки автопрому. Адже маркетологи та піар-спеціалісти намагаються вигадати щось таке, що могло б підкреслити переваги дебютної моделі. У випадку із Корандо передбачуваною була траса для позашляхового тест-драйву. Ось тільки мало хто сподівався, що вона буде такою цікавою та різнорівневою. Проте не будемо забігати наперед. Адже перед тим, як запросити гостей на тест-драйв, організатори заходу провели екскурс в історію моделі. Вперше «Сан-Йонг Корандо» з'явився ще у 80-х роках минулого століття. Позашляховик був зовні схожий на американський джип. Модель оснащали незалежними підвісками із листовими ресорами. Її випуск тривав з 83 по 86 роки. Потім на ринок вийшов сімейний варіант автомобіля із відповідною назвою «Корандо Фемелі». У 95-му світу презентували нову генерацію моделі. У 2003-му вона пройшла невеличкий рестайлінг, але невдовзі її виробництво припинили. Тож нинішній Корандо, без перебільшення, довгоочікувана прем'єра. Йому є чим здивувати автомобільну спільноту. Це перший автомобіль у модельній лінійці бренду із несучим кузовом. Під капотом у нього б'ється дволітрове, 175-сильне турбодизельне серце. Розподіляти потенціал мотору довірено сучасній шестиступеневій механіці. А у березні будуть доступними і версії з автоматичною трансмісією, теж на 6 передач. Дилери пропонують на вибір дві версії моделі – із моно та повним приводом, і три комплектації. Базова, традиційна для корейського виробника, відрізняється багатством оснащення і вельми привабливою ціною – 190 тисяч гривень. До того ж, особливий акцент представники бренду роблять на тому, що в заявлену ціну включено все. Тобто потенційні покупці можуть бути впевнені, що їм не запропонують доплатити ще якісь податки або окрему суму за колір металік. Представлений автомобіль буде в 34 торгових точках по Україні. Це як сеть дилера групи компанія ІС, так і сеть дилеров, торгующих в регионах этим автомобилем. Техническая часть по данному автомобилю дилерами уже изучена. Их специалисты прошли обучение, сервисные специалисты прошли обучение и аттестацию. Сборка автомобилей, сама тестовая сборка и серийная сборка, начало серийной сборки проходит под наблюдением непосредственно специалистов завода «Сан-Йонг». То есть они работают на сборочном конвейере. И на старте продаж первые несколько месяцев в Украине будут присутствовать непосредственно технические специалисты, которые будут выезжать на места и, в общем-то, очень быстро доучивать персонал обслуживать данный автомобиль. Аналізувавши цікавість українських автолюбителів до представників класу компактних кросоверів, українські дилери автомобілів «Сан-Йонг» сподіваються вже протягом першого півріччя поточного 2011 року продати щонайменше 1000 моделей «Корандо». Присутнім на заході автомобільним журналістам запропонували обкатати новинку та винести вердикт з приводу об'єктивності таких амбіційних планів. Щоб повноцінно розкрити потенціал «Корандо» у засніжених лісових хащах, гуру позашляхових пригод, члени Off-Road Adventure Club заздалегідь збудували трасу, насичену спецділянками. Кожна із них була розрахована на перевірку певних можливостей кросовера. Час від часу дорога розгалужувалась на два напрямки – для моноприводної версії автомобіля і, відповідно, повноприводного варіанта. Ділянка під кодовою назвою «Болото із купинами» давала змогу продемонструвати кути переднього і заднього звисів та великий хід підвіски. Пересікаючи спецвідрізок «Повалений ліс», драйвери змогли оцінити кліренс у 180 мм та переваги повного приводу.
Мабуть, найбільш захопливими не тільки для учасників тест-драйву, а й для спостерігачів були слизька гірка із боковим креном аж у 36 градусів та ділянка із умовною назвою «Катання на санчатах». Зрозуміло ж, після проходження випробування настільки різнопланового та активного, журналістам було що сказати про новинку від Сан-Йонг. Автомобиль получился очень такой сбитый, очень гармоничный и очень сбалансированы все характеристики. Очень высокий уровень эргономики автомобиля, очень хорошие тяговые свойства двигателя. То есть это то, что вот как бы вот я уже могу сказать. Это безусловно шаг вперед. Но насколько большой шаг, это надо более детально ознакомиться с автомобилем. Но это однозначно шаг вперед, да. Автомобиль, который действительно для горожан, которые ведут активный образ жизни, он очень комфортный, потому что ну, я меряю по своей комплекции. Не всякий автомобиль может быть удобным, а этот удобный, сидеть приятно, тепло, музыка. Трасса несложная, но на самом деле для такого автомобиля эта трасса даже предостаточно. Можно сказать, что на пикник, на дачу он довезет кого угодно и куда угодно. А здесь мы посмотрели, как раскладываются сиденья, так интересно. Можно возить там лыжи, сноуборды и так далее. Велосипед даже можно засунуть туда. Вот, то есть, ну, для активного образа жизни это идеальный инструмент. Для Каранды это нестандартное достаточно испытание, поскольку он яркий представитель современного сегмента кроссоверов, и сложно представить себе бытовую ситуацию, в которую он попадет, аналогичную той, которая только что была на трассе. Мы проехали достаточно сложную дорогу, даже для серьезного внедорожника. Каранда, я ездил на полноприводном автомобиле, Каранда, в общем-то, справился со всеми задачами, которые нам встретились. Эта машина все-таки в первую очередь очень практичная. Это большой объем, внутренний объем, это большие возможности по трансформации салона, это хороший тяговитый двигатель, который позволяет экономить, позволяет его максимально реализовывать его потенциал. Поэтому аудитория этой машины должна быть расчетливой, считающей свои деньги. Я считаю, что это семейная аудитория в первую очередь. Интерьер абсолютно современный. Автомобиль выглядит гораздо дороже, чем стоит на самом деле. То есть и дизайнерское ателье Джуджара поработало хорошо. И, собственно, дизайнерское ателье, которое работало над таким автомобилем, это, в общем-то, уже гарантия качества того, что его внешний вид будет не просто приемлемым, а хорошим или великолепным. Вот. В общем, так и получилось. Действительно, автомобиль выглядит очень красиво, симпатично. К нему приятно подойти, возле него приятно стоять. На него приятно смотреть. Это автомобиль для человека, который желает ездить на автомобиле, желает ездить хорошо, желает ездить туда, куда он хочет ехать. Вот. Тем более, автомобиль действительно, в общем-то, предлагает своему владельцу очень хорошие технические характеристики. То, что это первая модель в линейке внедорожника Сан-Йонга, которая имеет передний привод, тоже, в общем-то, имеет свои плюсы, потому что это, в общем-то, улучшает управляемость автомобиля в городе, делает его более универсальным и, в общем-то, более приемлемым для рядового потребителя. Эта трасса, на которой мы здесь имели удовольствие ездить, конечно, очень простенькая, но, мне кажется, она идеально моделирует, в общем-то, внедорожную среду обитания этой модели, скажем так. Вот. То есть я думаю, что большинство владельцев все-таки будут использовать этот автомобиль не для штурма болот, а вот для выезда на пляж или, скажем так, выезда с семьей на пикник. Для этих целей возможностей машины хватает с головой. Салон приятный внутри. Габариты, мне кажется, очень взвешены. Он не велик, он не мал. И некая золотая середина, которая позволит и легко найти место на парковке возле супермаркета, и в то же время вписаться в узкий поворот между двумя деревьями. Это первый автомобиль с несущим кузовом.
До этого были всегда рамные. Да? То есть это более комфортный автомобиль для езды больше по трассам, по дорогам или по городу, для покорения бордюров, а никак не подобного бездорожья, как мы сейчас ездили. Но он не спасовал и перед этим. То есть он, в принципе, выдержит и бездорожье. Ехали только что по лесу, по грунту замерзшему. Автомобиль, конечно, скорее кроссовер, чем внедорожник, с одной стороны. С другой стороны, тот потенциал, который в нем заложен, конструктивный потенциал кроссовера, его еще нужно уметь использовать. То есть там достаточно умная трансмиссия, не очень большие хода подвески, но за счет того, что очень здорово сделано днище, оно практически гладкое, с небольшой защитой, машина позволяет проезжать там, где, наверное, некоторые японские внедорожники чувствовали себя не очень уверенно. Маємо шикарну ціну, маємо ледве не найпотужніший двигун у сегменті. Я знаю, що з 2 літрів з дизелів витягують більше, здається, тільки баварці. При цьому, за відчуттями, за якістю матеріалів, за якістю доводки, за тим, як працює підвіска, ще й кліренс маємо непоганий. Тобто всі шанси для того, щоб ця машина була лідером сегменту, вони є. З покупців дуже багато, в першу чергу, це ті, хто дивляться на Kia Sportage новий, це ті, хто дивляться на Hyundai AX35, це ті, хто дивляться на конкурентів, у кого є гроші на такі машини. І як звичайно, як будь-якого українця, бажання зекономити, воно приведе людину до того, що вона захоче бачити майже ту ж саму техніку, але за менші гроші. Первое впечатление позитивное, автомобильчик понравился. Я думаю, он отлично подойдет для тех, кто подыскивает себе городской автомобиль за разумные деньги. Очень хорошо, что есть модификации как с полным, так и с моноприводом, потому что не всегда для такого автомобиля, который большинство времени ездит в городе, и не всегда нужен именно полный привод, поэтому зачем переплачивать. Вот. Ну вот, внедорожная трасса очень интересная, позволила прочувствовать такой внедорожный потенциал, в принципе нормальный, то есть езжая где-то на пикник, в лес, куда-то подальше от асфальта, то в принципе даже на моноприводе мы себя чувствовали вполне нормально. Если говорить об экстерьере и интерьере, то экстерьер более такой яркий и интересный, чем интерьер, интерьер уже поспокойнее, но в принципе соответствует. Компанія SsangYong передрікає великий успіх своєму новачку Corando і сподівається, що протягом 2011 року він стане флагманом модельного ряду. Ну а нам з вами залишається чекати наступних яскравих автоподій.